На верхней террасе начались работы по переключению потребителей микрорайона с котельной завода «Комета» на другие теплоисточники. Последние годы из-за неплатежей котельную предприятие отключали от газа, в связи с чем в домах микрорайона были постоянные перебои с подачей горячей воды. Принято решение осуществить комплекс мероприятий по переключению, изменению схемы теплоснабжения, переключению потребителей верхней террасы на более надежный, на наш взгляд, теплоисточник. Это ТЭЦ-2, который расположен в новом городе. Помимо ТЭЦ-2, свою лепту в новую схему теплоснабжения внесет и муниципальная котельная Центральной городской больницы. Таким образом, бесперебойное и качественное теплоснабжение потребителей микрорайона будет обеспечено. Сейчас начались работы по прокладке новых теплотрасс. На сегодняшний день работа выполняется только еще в третий день, поэтому сегодня идет демонтаж. Сейчас уже на подходе у нас завоз строительных конструкций, подвоз, соответственно, трубопроводов. И уже буквально завтра, послезавтра начнем монтаж новых трубопроводов. Работы планируют завершить к 1 сентября. Перевод потребителей на новую схему обойдется в 40 миллионов рублей. На строительство новых сетей и перемычки между сетями ПАО Т+, до тепловых сетей верхней террасы, которые обслуживаются МУП «Теплоком». Работы позволят обеспечить теплом 47 многоквартирных домов, 15 зданий соцсферы, школы, детсады, ФОК и другие муниципальные объекты. Дарья Сударева, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.